Оригинальный Хугарден против отечественного. Хугарден – это популярнейший, а пшеничное пиво, в оригинальный рецепт которого входит кориандр и цедра апельсин. Алкоголь 4,9. Мне сразу замечаю явный осадок. Его очень приятного цвета, такое мутное, похоже на какой-то сок. Поначалу кажется, что пиво просто пшеничное, однако потом начинают пробиваться цитрусовые нотки. Очень много пузырьков. А пиво очень легкое, приятное, как по мне, даже немножечко водянистое. Лишь на послевкусии появляется немножечко горчинки, и в нем совсем не чувствуется алкоголь. В лицензионной версии тоже 4,9% алкоголя, варит АБМБФ и ФЕС. В запахе у лицензионной версии сразу чувствуется цедр. По вкусу гораздо гаже и гораздо суровее. Здесь чувствуется и крепость, и есть такой не очень приятный вкус, присущий обычному светлому фильтрованному недорогому пиву, который, как по мне, забивает цитрусовые нотки. Однако при этом отечественное пиво я бы назвал более насыщенным. Это окей, потому что для большей части потребителей оригинальный Хугарден покажется слишком густым и водянистым. Но даже если вы привыкли к лицензии, все равно по оказии советую вам купить и попробовать оригинал.